полет всегда полезен для здоровья. Еще полезна для здоровья вечерняя прогулка. Вечерняя прогулка, чтобы лучше спать, чтобы лучше заснуть, чтобы лучше был сон. А сон, ночной сон, это половина жизни, почти половина жизни. Он должен быть очень качественным, чтобы забирать из космоса энергию, чтобы гармонизировать свое биополе и, так сказать, чтобы следующий день был лучше, гармоничнее, целостнее, сильнее и приятнее. Так что сон — это очень важное время суток, очень важный процесс. Спасибо за внимание.